4 сентября 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят переговоры во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Очень интересно. Именно 4 сентября в СВЛМАШ прибыли партнеры из Индии на тему проведения переговоров касательно заказа разработки асинхронных электродвигателей с применением технологии «Славянка». Совпадение? Возможно. К нам очень часто обращаются с одним и тем же вопросом. Есть ли договоренности или конкретные заказчики на разработку машин электрических вращающихся, построенных на базе технологий совмещенных обмоток «Славянка»? И ответ всегда один. Дмитрий Александрович Дуйнов каждый четверг на каждом вебинаре, в каждом нашем видео, где поднимается этот вопрос, отвечает, что договоренности есть, желающих действительно много, но заключаются договора о неразглашении таинства самих переговоров. И сегодня как раз тот день, 4 сентября 2019 года, когда нам удалось поприсутствовать на переговорах с нашими индийскими партнерами, которые любезнейшим образом предоставили нам право съемки. Поэтому усаживайтесь поудобней. Приятного просмотра. День получился очень насыщенным. Помимо переговоров с нашими индийскими партнерами, также проходили несколько совещаний, касающихся вопросов строительства будущего инновационного центра. И именно поэтому переговоры проходили в рабочей атмосфере, непосредственно с территории лаборатории. Также стоит отметить, что рабочая встреча была поделена на несколько этапов. Во второй день после переговоров наши индийские партнеры смогли лично протестировать асинхронное мотор-колесо, именуемое «Колобком 318 габарита». Сделать они это смогли в составе испытательного стенда в формате велосипеда. Я надеюсь, что это видео станет исчерпывающим ответом на все вопросы подобного характера.
и попрошу каждого из вас сделать репост этого видео, поставить лайк, нажать на колокольчик и не забыть подписаться на канал «Двигатели Дуйнова». Так вы очень сильно поможете нам в развитии проекта. С вами был Александр Сударев. До новых встреч!